И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике попробуем, значит, смонтировать какой-то сюжет. Я тут кусков поназаписал. Сейчас все это дело как бы пообрезать надо. Так, закидываем файл, смотрим, с чего начнем. Так, начнем мы с города, да? Так, где он тут кусок? Вот, это будет первый кусок, обрезаем его. Так, эту пока можно delete. Вот у нас появился первый кусок. Так. Да, это не первый. А ну-ка, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Это не первый. Еще нужен облет города. Так, это... А, он тут же есть. Так. Так. Вот этот еще. Так, тогда этот, да, удаляем. Смотрим, что получилось. Так, осел едет, все нормально. Только мы теперь вот этот переведем сюда, а этот файл переведем сюда. Здесь, значит, будет тот персонаж в конце, который стоял на дороге. И можно как бы в бок отвести. И вот так она прогонится. Давайте посмотрим, насколько она замедлена. Так, это аж целая минута. Но это многовато. Давайте ее ускорим. Change speed. И, значит, ускорим ее до какого момента? Ну, секунд 30 пока оставлю. А ну-ка, дерганий не будет. Ну, в принципе, нормально, 30 секунд, значит, там нужно будет ускорить. Так, вот он у нас есть город. Посмотрели на город, будет. Так, ну давайте еще затянем чуть-чуть, подольше посмотрим. Так, обрезочку делаем и подводим нашего персонажа сюда и смотрим, какой будет переход. Так, вот это дергание уберем и начнем сразу, где уже ноги пошли в пляс. Да, вот здесь он еще стоит. Вот так это дело нужно обрезать. Так, можно тут обрезать, потом клавиша Delete так удалить. И смоем опять же, какой будет стык, чтобы не было дерганий. Так. Так, нормально, все. Наш персонаж пошел, но тут теперь вопрос. Как долго он будет ехать, да? Потому что я, вы видите, что больше делаю акцент на его дорогу. Возможно, это не надо делать, что вот он поехал сейчас, да? Вот он заехал в город. Немножко пускай еще прокатится. Вот камера сейчас чуть-чуть поднимется. Ну, в принципе, здесь и достаточно. Так, delete. О, Ctrl-Z. Так, еще куда он может доехать? Ну вот, вот до сюда. Давайте пусть доедет. Так, теперь это дело мы удаляем. И вот у нас появилось уже два куска. Значит, обзор города и заезжает наш персонаж в город. Так, давайте посмотрим, насколько медленно он идет. Ну, в принципе, я и хотел, чтобы он шел медленно. В принципе, по времени вот мне вот эта вот поездка его нравится. Осел быстро бежать не может, это уже будет идиотизм, но пока нормально. Так, теперь что нам понадобится? Нам понадобится теперь найти кусок, где персонаж, значит, заезжает в город. И там, вот он. Так, раз, 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 по-моему, тут два куска было, да? Да, вот он. Вот с этого куска мы и начнем. Тут теперь обрежем и предыдущую, значит, delete удалим и найдем стыковку. Раз. Вот он едет, 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 значит, куда-то. Так, вот это дергание мне тоже не нравится. Значит, обрежем сначала вот здесь этот момент, delete, и тогда получится, что персонаж и потом другая картинка,
переход, значит, на шерифа. Здесь уже все оставим в таком виде, как есть. Значит, идет наша гражданка, все, она проходит, уходит с кадра. И тогда к нашему персонажу, к шерифу, подъезжает наш гражданин вот этот раз. Во. И останавливается. Здесь мы его обрезаем. Эта часть нам уже не понадобится. И смотрим, насколько это все дело затянуто. Ну, в принципе, что, гражданка идет нормально. Потом смотрим общий план. Вот здесь уже камера, значит, может и ускориться. Я-то ее как ускорял, но, наверное, еще ускорю. Обрежу и, значит, какой кусок. Вот этот кусок полностью обрежу и его, значит, ускорю. Ускорю я его с 23 секунд где-то. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте до 10. А ну-ка, 15. Сколько это будет? Так-то вот видите, 15 подлет. Мягкий, да? В принципе, на 15 секунд его можно оставить, чтобы как бы увидеть вот этот вот кадр, да? Так, теперь раз у нас, вот видите, долгий подъезд его, то тогда я вот с этого кадра вот этот кусок удалю. Delete. Где он там мордой подходит. И получается раз, и камера только подлетела, и он подходит. Нет того куска, где он еще ногами там перебирает. Так, вот он подъезжает, все нормально. Так, здесь он сейчас остановится. Все, есть такое дело. Получается, три куска вроде бы собраны. Так, теперь нам понадобится взять какой момент. Добавить сюда речь. Сейчас я ее найду в загрузках. И какая она была. Так, давайте вот эту. Это значит озвучка. Подъезжает на осле к зданию ш... Так. Подъезжает на осле к зданию шериф и видит. Так, а это. Сцена 1. Орел пролетает над Дулиной. Так, а вот это вот. Подъезжает на осле к зданию шериф и видит сидящего. Вот эта часть, да? Ставим ее на звук и получается, К что зданию шериф и видит сидящего. так, перекатываем. Я на динамике звук не поставил, возможно, вы не будете слушать, ну, слышать, но вот так это все дело звучит. Шериф и видит сидящего на стуле Мастерсона, уточняет, он ли это. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Вот, здравствуйте, сэр. Мне нужен шериф Мастерсон. Так, находим опять же видео и ищем этот момент. Сначала он должен еще посмотреть. Значит, вот это можно удалить. Сначала он должен посмотреть на вывеску. Так. Это где-то вот тут, да? Так, смотрим, что тут у нас. Так, и где он тут поднимает голову? Сейчас мы это дело все-таки найдем. Вот. Отделим, delete и посмотрим, как этот кусок будет смотреться. А ну-ка. Значит, так, он подъехал.
Нет, этот кусок мне не нравится. Значит, выбираем побольше, где кадров. Сейчас будем искать. Так, это говорит шериф. Ага. Ищем, 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 ищем. Вот такая вот штука. Долго я тут записал. Так, опять не этот ролик. А ну-ка, вот этот, наверное. Так, это конечная. Так, разрезаем кусок, delete, добавляем, смотрим, что получается. Вот тут тоже обрезка, как бы мало не было, хотя и удлинял, но сейчас посмотрим, где этот шериф. Переход камеры где-то делал, не могу найти. Так, а ну-ка смоем, 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 смоем. Вот он, кусок. Вот он. Значит, вот это пока delete. И вот этот маленький кусочек тоже delete. Так, раз. Да. Он не нужен, потому что он не нужен. Так, а где он тут? Так, еще раз проверяем, смотрим, что получилось. Подъехал. Смотрит, значит, на вывеску. Вот он кадр. Тоже маленький, поэтому я его не заметил. А ну-ка. Так, еще тут нужно резать. А ну-ка. Так, и этот кусок тоже нужно порезать. Убираем, подгоняем, чтобы вот этот переход получился более-менее мягкий. Так, здесь голова у него стоит, 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 стоит. Вот. Тогда эту часть тоже удаляем. И значит, здесь он у нас уже переход на шерифа. Все, шериф. Замедляется. А ну-ка. 14-13 секунд. Ну, в принципе, вот этого, я думаю, достаточно. Так, все это значит уменьшилось, добавилось. Теперь нам нужно разговор, значит, главного героя с нашим, значит, вот этим шерифом. И тут вопрос, где этот разговор, тоже нужно найти. Это разговаривает шериф, а нам...
Нам понадобится, где разговаривает главный герой. Так, что-то не вижу я его болтовни. Так, эту тогда удалим. А ну-ка, пробуем другой кусок. Смотрим, где тут разговор Мастерсона. О. Что бы я его не записал, не может такого быть. Вот он. Удаляем. Завтра посмотрим, как тебе помочь. Так, смотрим. Ну, он тут болтает. Брум-брум. Этот сидит там что-то. Так, а где у них тут? Вот он. Так, это у него стоп был кадр. А ну-ка, вот это, хоп. Шериф, и погнали, смотрим. Так, он тут. Здравствуйте, шерифа Мастерсона. Так, а ну-ка, где тут речь? На стуле Мастерсона уточняет он ли это. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон, здесь ли он? Во. Получается все правильно. Так, чуть-чуть передвинем, посмотрим, подгадаем под эти фразы. Мастерсон, здесь ли он? На что получает? Так, а ну-ка, с какого момента он начинает тут болтать? Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон, здесь ли он? На что получает ответ? Так, все нормально. Вот здесь на две минуты 20 мы и обрежем. Так, обрезаем. И следом нам понадобится, значит, анимация, где находится у нас вот этот разговор, значит, шерифа с ним. Так, тут вот понятно, понятно, все это дело зашибись. Так. Нормально. Так, по скорости хорошо. Так, теперь вот вопрос, или крупным планом его взять? Или, значит, взять с восьмерки, со спины главного героя, чтобы запись была, так, где он тут стоит, болтает. Это когда он слазит. Так, 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 так. Так, походу не этот файл. Так, значит, вот этот. Так, хоп, шериф. И значит, вот она и пошла болтовня. Так. Удалим музыкальную дорожку, эту звуковую. И значит, что там говорит нам Мастерсон? Слезай с осла, когда говоришь с шерифом.
нужно, пацан? Бродяга. Подчеркивание, что тебе здесь нужно, пацан? Подчеркивание, что тебе здесь нужно, пацан? Бродягам не место в моем городе. Так, это не туда я поставил, а ну-ка. Это аж вот здесь. Во, на этом куске. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон, здесь ли он? Что тебе здесь нужно, пацан? Есть Мастерсон. Подчеркивание, что... Подчеркивание, что тебе здесь нужно, пацан? Бродягам не место в моем городе. Второй персонаж с массовки говорит. Слезай со осла, когда говоришь с шерифом. Мне нужна работа, сэр. Я слышал, что... Так, здесь он говорит, слазь с коня. Тут будет пауза, где он закуривает. И значит, что массовки это? Говорит. Слезай со осла, когда говоришь с шерифом. Мне нужна работа, сэр. Я слышал, что в вашем... Вот здесь, значит, будет обрезка. Так. Здесь у нас обрезка. И здесь он должен слезть с коня, с этого, с осла. Так, а со осла он у меня слазит в каком файле? Вот в этом, наверное. Так, смотрим, где он тут со осла слазит. Что-то не видел. Не находил я это дело здесь. Но это он уже город, это в конце. Так, вот здесь где-то он должен слезть со осла. Вот он. Смотрим. Есть оружие? Нет. Так, разрезаем, удаляем вот этот момент, где он слез. Смотрим, насколько это все дело быстро или медленно. Так, немножко заторможено. Я сейчас это дело немножко ускорю. Оп-оп-оп-оп-оп. А ну-ка, сет. Смотрим, что тут произошло. Так. Нормально, да? Все тут тоже дорезаем. И теперь нужно момент, где он, значит, говорит с это с восьмерки. Так, где у него тут уши? Вот они. Так, это оп. Разделяем, добавляем. Так, и что нам тут говорит Мастерсон? Да они есть, но не думаю, что ты им подойдешь, слишком много сейчас ищущих работу. Так, здесь он слез.
Значит, тут тоже обрезаем, это пока оттянем. И нам нужен еще один кусок, где, значит, опять говорит главный герой. И желательно это теперь взять крупным планом, где он стоит, да? А стоит он, я не помню где. Сейчас вот буду опять искать. Так, а как же так же? Так, вот здесь вот разговор вот этот пригодится. Вот этот разговор мы тоже вырежем. Так, а тут кто у нас? Так, здесь он должен спросить за работу, да? Ну, применим-то такой же принцип, что найдем, где уже был разговор. Вот эту часть, да? Но только он сидит на осле. Нам это не прокатывает. Он теперь должен спрашивать, когда он слез с осла. Так, а ну-ка, это мы отодвинем. Тут что у нас происходит? Так, нужно кусок еще доснять. Так, а ну-ка, а здесь что у нас? Да, вот этого куска, где он, значит, слез и разговаривает, задает вопрос, этого куска я не сделал. Не вопрос, сейчас все это дело доснимем. Файл Save Project. Save Project файлы. Ну, как-нибудь назовем, сохранить. Итак, продолжаем. Значит, еще я тут докидал сцен. Сейчас посмотрим, где они находятся. Так, вот они. Сейчас попробуем с них еще взять моменты. Так, вот эту я пока передвину, вдруг пригодится. И значит, вот у нас тут еще такая штука. Так, ликвидируем звуковую дорожку. И значит, есть, значит, вот такой вот вариант. Так, где он тут? Речь тут пошла не так. Вот есть, короче, вот шапки у него. Это восьмерка. И вот он тут типа болтает, болтает. И еще какие ракурсы. Значит, есть вот такой ракурс. Тут майка у него проваливается, беда. Так, есть вот такой ракурс. Вот. Подчашки, да? Вот так. Нижний план, если взять, не знаю, правильно ли это будет именно с нижнего плана потом перейти, да? Так, тут он закурил, тут он, значит, слез, поболтал. Здесь он, значит, тоже ему говорит. Ну вот я думаю, что нижний план он прикольный, но не в этом случае. Значит, выберем еще что-нибудь. Так, вот, вот этот я, наверное, выберу. Так, а ну-ка, это значит нижний план ликвидируем. Так.
Так, тут вот еще такой, где он говорит, да? Так. Ищу работу, мол, да? Вот так это дело обрежем. Так, здесь еще какая-то штукенция. Так, и добавим разговор. Можно вот с этого ракурса, да, там, что, мол, тален-тален. Можно с этого ракурса. Что тут еще есть? Так. Вот этот еще давайте попробуем возьмем. Так, и что у нас получается? У нас есть, значит, он слазит с коня. Тут, значит, у вас работа на фермах есть. Этот, конечно, работа там есть, туда-сюда. Так, наверное, вот. Так, вот здесь вот обрежем. И добавим еще, наверное, вот этот кусок удалим. И получится у нас, оп, переход. И, в принципе, все. Здесь заканчивается его, значит, разговор. И нужно будет думать, что там дальше. Так, тогда, что у нас с этим делом? Так, что у нас тут еще есть? Ну и типа он может дальше ехать на конюшню. Во. Если вот этот кусок еще добавить, смотрим, прибавим к этому. И значит он уезжает на конюшню. И потом будет спать на конюшне. Так, все. Уехал от Мастерсона. Там дальше поставим какой-нибудь, значит, загон или еще что-то. Ну, как-то так-то вот это дело происходит. Тын-тын-тын-тын-тын. Персонажей мало, и вот в дальнейшем что-то грандиозное у меня не получится сделать, где вот, допустим, должны солдаты быть, потом должен генерал быть, потом они куда-то отправляются. Почему? Потому что у меня потом происходит, сейчас вам покажу, какая штука. Так, по-моему, в этом файле был. Вот, да. И вы видите, что у меня происходит. Когда я начинаю компоновать сцену, у меня прям надолго это дело, видите, что зависает. И мне приходится потом перезагружать, значит, этот блендер. И заново тут что-то делать. Ну, тут опять же, видите, у меня при загрузке очень долго это дело происходит, что это все дело загружается. Так что, возможно, будущих серий не будет. Но анимации для компоновки, я думаю, понаделаю. По-простенькому что-то можно будет сделать. Ну, это поглядим дальше. Так, что тут теперь нужно сделать? Нам нужно вот этот теперь звукан обрезать полностью, вот этот звук. И вставить его в моменты, где они болтают. Так, давайте посмотрим. Так, здесь я, наверное, включу вам динамик. Сейчас я это дело сохраню. Итак, смотрим, что у нас по озвучке. А ну-ка. Здравствуйте, сэр. Мне нужен шериф Мастер Терсон здесь. Так, вот этот кусок вырезаем. Здравствуйте, сэр. Мне Так. Вырезаем, смотрим, что у нас происходит. И вот этот тоже нужно поделить. Так, разделяем его тоже. Этот пока отводим. А здесь нужно найти, где он еще одну речь толкает. Мастерсон здесь. Вот эта часть, да? Ее тоже разделяем. И смотрим теперь, что можно сделать. Так, значит, что? Первый кусок пошел. Так, так, так.
Это где-то тут будет, а ну-ка. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Так, Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Так, нормально. Так, теперь еще вот этот кусок. Туда же его, но только чуть-чуть, значит, с растяжкой. Леон. Так, и куда мы его тянем вообще? Так, раз. И смотрим. Оп. Здесь Леон. Так, значит, вот этот звук перетянем чуть-чуть на конец, а этот тут где-то посередине поставим. Стойте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Потому что, видите, он быстро читает, и если озвучивать нормально, там будет чуть помедленнее это все дело. Так, что у нас еще присутствует? Так, теперь говорит шериф, наверное. Так, а ну-ка. На что получает ответ? Я и есть Мастерсон. Подчеркивание, что тебе здесь нужно, пацан. Во. Вот это обрезаем. Подчеркивание, что тебе здесь. Потом, значит, вот этот что тебе здесь. Вот так вот обрезаем тоже. Вот этот кусок тоже вырезаем. Delete. Так, вот это. Разрезаем этот, значит, delete. Что тебе здесь нужно, пацан? И вот это вот тоже обрезаем. Так, теперь два вот этих куска подгадываем к речи, значит, к нашему вот этому Мастерсону. Так, далековато я все это дело закинул. Городе. Второй перс. Так, и вот этот кусок тоже туда же. Так, тут, наверное, поменьше можно, раз взять его можно, вот. Просто чем меньше вот эта дорожка, она потом начинает как бы не браться, да? Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Так, вот здесь уже нужно это дело подставить после того, как он закурил, да? Потому что речь у него идет потом, после курева. Вот он выдохнул, и значит здесь у него вот это, а это значит вот здесь. Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Опа! Косяк, а ну-ка. Не туда поставил, значит, это вот сюда где-то. Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Так, что тебе здесь нужно? После курева поставим, а это нормально будет. Так. Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Вот, вот сюда мы это дело и подставим. Что тебе здесь нужно, пацан? Так. Значит, тут речь у него, ну, в смысле, оставлю, потому что речь долгая. Если нормально озвучивать, то, в принципе, по времени это нормально. Так, теперь, здесь он еще... Так, вот здесь вот на сюда поставить, а ну-ка. Что тебе здесь нужно?
Работу. Есть оружие? Нет, сэр. Разделим, добавим, смоем. А ну-ка, кто тут у нас? А деньги на пост... О. А деньги на постой. Так, это длинный кусок. Можно хорошую болтовню сделать. И так, опять же, где он должен говорить? Тен-тен-тен-тен-тен. Здесь тоже можно обрезать. И добавить, где этот персонаж тоже что-то там лопочет. Или какой-нибудь кусок взять. А ну-ка. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так. Вот этот еще кусок возьмем. Копируем. Копии. Поставим сюда и сделаем... Правой кнопкой мыши Past Invert. Так, опа. И как раз, я думаю, сейчас мы его растянем. А ну-ка. Ни цента, я привык спать под открытым небом. Ни цента, я привык спать под открытым небом. Сюда еще подставляем. И значит так, вот эту штуку. Паузу немножко сделаем. Ну что же, останешься в конюшне на ночь завтра, посмотрим, как тебе помочь. В моем городе бродяг нет. Так. Так, добавляем еще, значит, одну штуку. По-моему, вот это, а ну-ка. Да, вот ее добавим вот сюда. Обрежем, и теперь понадобится, значит, ветер немного. Где они тут, значит, вот эти еще добавим. Посмотрим, что они нам могут дать. Так, это у нас, значит, кто? Сцена 1. Подчеркивание. Так, осла добавим на другую дорожку. А ну-ка. Так, это где он уже, осел, стоит, наверное. Так, а ну-ка сюда. Во. Значит, это осла добавим сюда. Сэр, мне нужен шериф. Так, а вот здесь вот
Надо будет звук ему поменьше, значит, сделать. Значит, на другую дорожку и звук поменьше, так раз. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Я и есть Мастерсон. Кто тебе? Так, есть такое дело. Значит, и лошадь еще сюда надо добавить. Так, а где она тут, лошадь? Так, а лошадь можно уже сюда добавить. А ну-ка. Здравствуйте, сэр. Так, лошадь. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Вот сюда, наверное, мы ее подставим. Так, а это повыше тогда. А то я тут дорожек что-то понаоткрывал. Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Так, смотрим. Так, так, так. Так, ветер нужен теперь. А ну-ка. Так, вот курит Мастерсон. Так, а ну-ка, где он закуривает? Вот здесь. Вот мы ему сейчас подставим, значит, вот эту, где он закуривает и выдыхает. Во, так, вот сюда тогда. Бродягам не место в моем. Так, и обрежем ненужное. Так. Бродягам не место в моем городе. Слезай с осла, когда говоришь с шерифом. Так, а где топот тогда? Вот этот топот добавим тогда, где он слазит с ишака. Так, вот так где-то. Раз. Так, обрежем это дело и растянем по времени. А ну-ка. Так, нет, это я, а ну-ка, Ctrl-Z, не туда нажал. Так, это значит замедлить надо. Так, ну как-то так-то хотя бы. Так, и ветер, ветер, ветер. Подъезжай. Подчеркивание подсказ. Так, и вот он ветер. Ветер тогда тоже можно поставить вот на эту дорожку. На первую, да? Так, тут еще шериф Мастерсон. Thank you.
Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан? Бродягам не место в моем городе. Слезай с осла, когда говоришь с шерифом. Мне нужна работа, сэр. Я слышал, что в вашем округе есть ранчо. Да, они есть, но не думаю, что ты им подойдешь, слишком много сейчас ищущих работу. Есть оружие? Нет, сэр. А деньги на постой? Ни цента, я привык спать под открытым небом. Ну что же, останешься в конюшне на ночь завтра, посмотрим, как тебе помочь. В моем городе бродяг нет.